9 декабря в Молдове состоится форум мэров, который будет организован под эгидой главы государства Майи Санду. По данным администрации президента, мероприятие проводится для всех примаров, которые заинтересованы в использовании возможностей европейской интеграции. Пятый канал попытался выяснить, позовут ли всех мэров или они будут приглашаться по определенным критериям. Но пресс-секретарь администрации главы государства Ирина Гатишан не ответила на наше сообщение. Напомним, перед выборами Санду заявляла, что населенные пункты, которые покажут, что являются сторонниками интеграции в ЕС, будут получать европейские деньги, а населенные пункты, избравшие не проевропейских мэров, получат деньги только из государственного бюджета. «Должна быть разница», отметила тогда Санду.